вот он определенно знал, вот такое вот дело, вот так надо, и все, готов жизнь отдать, и отдал. Будучи школьником, играл все время в войну. Дима открыл бой, так как одна сторона не успела перейти. И защищая наших людей, которые осталось на той стороне, пошел к этому зоту, кинул гранату, и мы больше Дима не видели. Город Белгород. Небольшой по масштабам России городок. Чистый, ухоженный, опрятный. Город с великой историей. Здесь живут родители героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии. В канун 20-летия Победы их навестил заместитель министра иностранных дел республики Олег Аршба. Наша съемочная группа тоже отправилась в гости к родителям героя. Дмитрий Чепенец жил в этом пятиэтажном доме по улице Маяковского, 20. Сегодня мы пришли в гости к его родителям, Алле Александровне и Эдуарду Никифоровичу. Здравствуйте, Алла Александровна. Добрый день. Можно к вам зайти? Ради Бога, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, это. Спасибо большое. Вам здравствуйте. Проходите. А вот и они с радостью принимают гостей. Родители Дмитрия уже пожилые люди, обоим за 80 лет. Отец медик, известный в Белгороде хирург. Мать по образованию биолог, всю свою жизнь преподавала в местном вузе. Сейчас они на пенсии. Вот я к вам. Как добро. Устраивайся где кому удобно, да, ради Бога, пожалуйста. Я хочу вручить вам это подарок нашего премьер-министра. Это значит наша монета такая, вот она совершенно недавно, значит, была произведена. С изображением, значит, известного такого, значит, места святого для не только абхазов, значит, но и всех православных нового фона. Вот, и премьер-министр Абхазии Леонид Иванович Лакирбай просил вас принять вот этот подарок с благодарностью. А также, вот, когда у вас появятся такие, значит, минутка свободная, посмотреть вот эти книги. Это христианские храмы Абхазии. Вот. Очень интересные альбомы. Это альбомы об Абхазии с фотографиями. Вы бывали в Абхазии? Нет. Никогда. Но вот вы сможете... После вручения подарков Олег Аршба, который лично знал Дмитрия, пообщался с родителями. Дима очень хорошо помнят. Сослуживцы. Это был настоящий офицер, мужественный человек. Который писал стихи. Да. Вот. Это был настоящий русский парень. Мы его друзья и потомки всегда будем вспоминать с благодарностью. Вот. А вам я хочу сказать большое спасибо. И вам. За то, что вы не забываете нашего сына. В юности Дмитрий Чепенец мечтал стать летчиком, но судьба распорядилась иначе. Попытку сделать, тогда вот жена говорила, поступать в штурмовское училище в Челябинске, но не по разам не прошел. Потом попробовал еще поступить в Рязанское
десантное училище, тоже по глазам не прошел. В итоге куда он поступил, вот мы говорили? В Донецкое военно-политическое училище Епишева, имени Епишева. Там в Чехословакии Денис маленький. По окончанию вуза он служил в Чехословакии. После вывода советских войск проходил службу в Приволжском военном округе. В начале 90-х воевал за независимость Приднестровья. В 1992 году пришел на защиту Абхазии. Дмитрий Чепенец был женат. Его семья, супруга и двое детей, живут в Украине, в Донецке. В день нашего визита они приехали в Белгород. Военное училище, немножечко так. Это его диплом военного училища. Это его удостоверение личности. Здесь тоже вот с этими офицерами переписываюсь. На этой фотографии дочь Дмитрия, Дарья. На обратной стороне написано его пожелание. В случае моей гибели прошу похоронить меня в Сухуми, в случае его взятия. Помимо множества фотографий, в семейном архиве хранится медаль Героя Абхазии. В 1995 году президентом Абхазии Владиславом Арзенба она была посмертно присвоена майору Дмитрию Чепенцу. Квартал майор Дмитрий Чепенец был направлен в мае 1993 года из Гудауты. В третьем полку он был назначен инструктором. Его профессионализм и опыт был крайне востребован. Дима был действительно военный специалист. Он великолепно знал минное дело, саперное дело. У нас специалистов такого уровня не было. И поэтому он с самого начала как бы был очень сильно востребован. Мы с ним обошли всю линию обороны. Значит, он сделал ценные замечания по минированию, по установке мин. Он знал все системы мин, знал, как устанавливать их правильно и так далее. Поэтому проводил периодические инструктажи с бойцами и принес очень огромную пользу в этом вопросе. Кроме того, он был прекрасный специалист в области вооружения, в том числе и современного. И в этом вопросе тоже мы много раз проводили инструктаж с бойцами, непосредственно на боевых позициях, и при штабе полка и так далее. С Димой познакомился на базе разведдиверсионной группы, куда меня послали, где я со всеми ребятами познакомился. И в разные направления, где были бои, ходили, выполняли задания. Как инструктор полка Дмитрий принимал участие во многих военных мероприятиях. Это был период небольшого затишья, но в то же время ситуация была напряженная. Время от времени проводились различные военные операции. Одна из них была проведена в районе Ахурейского поста. С ним были двое приднестровцев. Они сделали такую дерзкую вылазку в район расположения батареи на Подпешском направлении. Значит, уничтожили батарею, захватили несколько стволов стрелкового оружия, документы и вернулись назад. То есть эти ребята, они постоянно были в действии, постоянно хотели чем-то заниматься. С ним легко было идти на задание, и даже как будто на прогулку ходили, вот так я вот себя чувствовал, когда с Димой куда-то мы выходили на вывозку. В конце мая 93 года штаб 3-го полка получил секретное задание, которое нужно было выполнить в районе горных перевалов. Началась работа по подготовке спецгруппы, которая смогла бы выполнить это ответственное задание. Дима, как человек, владеющий саперным делом, и как человек, знающий вооружение, в то же время физически хорошо подготовленный, как грамотный офицер, был незаменим в этой группе. И мы, значит, исполнительным центром этой группы вот как раз был Дима. Значит, для его прикрытия мы готовили операцию серьезно, для его прикрытия были подготовлены 4 человека. Значит, это Кулаков и Рыжиков из состава «Дельфин». И вот наши ребята, Нодар Казаев, Алик Магомедов, которые
то есть активно должны были способствовать выполнению задачи. Вся остальная группа, группа была более 15 человек, они должны были обеспечивать беспрепятственное выполнение и прикрыть в случае необходимости отход группы. В июне утвержденная штабом спецгруппа выдвинулась в заданный квадрат. В течение 2 дней она шла к намеченной цели, а она располагалась на приграничной с Творчалским районом территории Грузии. Однако пройти к месту выполнения задачи ей не удалось. Группа наткнулась на горный балаган, где располагался вражеский отряд противозенитной обороны. Завязался бой. В результате завязавшегося боя группа должна была отойти. Нужно было прикрывать отход группы. Дима взял на себя эту обязанность, эту миссию. И вот, прикрывая отход группы, значит, он не успел выйти из окружения и погиб. Наши попытки в дальнейшем, на второй день, на третий день пройти на эту территорию, чтобы найти нашего товарища, не увенчались успехом. Эта территория уже кишела, значит, нарядами, разъездами и так далее. Значит, там пробраться туда было невозможно. И вот таким образом, значит, мы потеряли нашего товарища. Могли перекрыть дорогу, там одна тропа была, где можно было пройти, ну, откуда мы прошли, и обратная дорога проторченная, что у нас была. Мы ушли, но когда посмотрели, что не хватает, мы не только Дима, еще потеряли 2 человек там, но спустились, мы нашли этих людей, а Диму искали тоже, не нашли, и в тот день искали, не нашли мы Диму, но время было мало. Очень мало. Имя Дмитрия Чепенца навечно останется в памяти народа Абхазии. Оно высечено на плите мемориала славы, посвященного воинам, павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Дмитрий Чепенец погиб 1 июля 1993 года. Ему было 34 года. Место его захоронения до сих пор не найдено. Человека не последнюю роль в его воспитании играет город, в котором он рос. Дмитрий Чепенец провел свое детство и юность в Белгороде, в городе, который пережил трагические дни Великой Отечественной войны. Историю тех дней можно узнать в самом посещаемом музее Белгорода, музее диорама «Курская дуга», белгородское направление. Диорама Прохоровское танковое сражение – одна из самых крупных в мире. В основу идейно-художественного замысла положено танковое сражение под селом Прохоровка Белгородской области. Эта победа стала переломным рубежом в Курской битве, которой в этом году исполнилось 70 лет. Диорама – это совокупность живописного полотна, которое перед нами, на котором изображено событие 12 июля 1943 года, Прохоровское танковое сражение, и предметный план, который расположен перед полотном, и на котором находятся реальные предметы того времени, автомобиль, вооружение, какие-то остатки земляных укреплений. Вместе все это называется диорама. Уникальность нашей диорамы в том, что полотно площадь 1005 квадратных метров. 15 метров высота полотна, 67 метров длина. Это то самое Прохоровское поле. Сегодня тут расположен Государственный военно-исторический музей-заповедник. На его территории молчаливо стоят те самые танки и орудия, которые противостояли войскам вермахта.
Жертвами сражения советских войск с войсками фашистской Германии стали сотни тысяч людей. В память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой был возведен храм святых апостолов Петра и Павла. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба зажег свечи за упокой погибших в 43-м и Дмитрия Чепенца, выросшего на героических историях предков и также героически погибшего в 93-м. Белгородский лицей номер 32. В советское время здесь была обычная средняя школа. Именно в ней Дмитрий Чепенец получил свое начальное образование. В прошлом году во дворе этого лицея был торжественно открыт бюст героя Абхазии Дмитрию Чепенцу. Эдуардович Чепенец, я познакомился в генеральном штабе в Гудауте в конце апреля 93 года. Мне поручило командование доставить его на Восточный фронт и передать его, значит, командованию фронта. Значит, предупредили, что у него ответственное задание, и что его нужно непременно, значит, в целости доставить, значит, в Творчал. Вот мы вертолетом из Гудауты перелетели 4 мая 93 года, перелетели в Творчал. Прибыли мы в штаб 3-го полка, затем, значит, в штаб фронта. Вот, там он доложил руководству, значит, о своем задании. Вот, и, следовательно, весь этот период май-июнь он готовился, значит, к этой операции, к выполнению этой операции. Дмитрий ушел на войну, не предупредив родных о своем решении. Я пришла с работы, стоит записка. Леночка, прости, я по-другому не могу, и рядом записка Валерьянка. Вот. Он так вот уехал. Первое время, когда он поехал, он звонил какое-то время. Потом все, не звонил, не писал. Он был в окружении, в квартире. А потом уже начали сами через журналиста начали узнавать. Я узнавала через Москву, через ФСБ, через Краснодар. Мне сказали, да, мы подтверждаем, что он погиб, но обстоятельства мы не знаем. Вот. А потом уже, когда начали писать, и пришло письмо первое Эдуарду Никифоровичу о том, что ваш сын геройски погиб, потом еще одно письмо пришло. Сыну Дмитрия Чепенца сегодня 31 год. Когда отец уехал воевать в Абхазию, ему было всего лишь 10 лет. Но помнит он его хорошо. Там в Донецке, где мы жили, рядом была сразу посадка. Мы по утрам, я перед школой с ним пробежку делали, он меня учил там основам рукопашного боя. То есть он на турнике очень хорошо занимался, то есть мог делать все. Но я очень гордился своим отцом. Он был настоящим офицером, очень профессионалом, очень хорошим. А последнее, что помню, вот перед отъездом, ну вот мы по городу, он приехал вот, ну, на несколько дней в Донецк. Очень худой был и приехал с усами. Вот это, конечно, у никогда усов не было. Вот это, что я сильно запомнил, я ехал с ним в троллейбусе, так на него смотрел внимательно. Никогда не видел его с усами. Вот это последнее, что я помню. Ну, потом, к сожалению, сообщили, что пропал без вести. Это первое, что было. Ну, а потом пришло подтверждение, что погиб. Сестра, ну, младшая, ей было 3 годика, она вообще не помнит ничего. То есть, да, папа, там, по рассказам, по фотографиям. Ну, может, какие-то отрывистые такие воспоминания детские. К сожалению, рано ушел.
Изготовление и установка бюста осуществило Белгородское региональное отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников». Мы решили, чтобы наше поколение, то есть поколение подрастающее, знало о том, что была страшная война, что выстоял маленький гордый народ абхазский, и которому на помощь по зову сердца пришли вот эти вот люди, такие как Чепенец. И этот памятник, который мы здесь очень долго пробивали, очень долго убеждали, что он необходим, это символ и всем добровольцам, воевавшим в Абхазии, и символ того, что там была война в Абхазии, чтобы дети знали об этом. Ну, ценили, наверное, подвиг своих отцов. И чтобы та дружба, которая была выпистывана этими страшной войной, она все-таки сохранилась в поколениях, из поколения в поколение. 2 года назад с Бережным Сергеем Александровичем мы находились на территории Абхазии, да, и узнали то, что наш земляк воевал в 93-м году, вот, и был удостоен звания Героя Абхазии посмертно. Решили мы поставить на 32-м лицее, где учился Дмитрий, поставить памятный бюст. Вот. И общими усилиями организации «Союз десантников» по Белгородской области поставили памятник Дмитрию Эдуардовичу. Я считаю, что таких людей даже очень мало в армии на данный момент. Таких кадров, как он, таких героев, таких людей именно мало. В чем нуждаются сейчас кадры армейские, структуры именно в таких людях. И поэтому, благодаря его подвигу, нужно рассказывать, говорить, показывать детям, чтобы хотя бы такого же плана, как Дмитрий, воспитывать молодое поколение. Возложить цветы к бюсту Героя Абхазии пришел наш земляк Нукзар Гурская. Последние 15 лет он живет в Белгороде. В дни Отечественной войны народа Абхазии он воевал на Восточном фронте. Вечная память Дмитрию Чепенцу и всем, кто отдал свои жизни за независимость Абсны.